Здравствуйте! В этом выпуске мы поговорим о текстурной мужской стрижке с техникой Taper Fade. Для точной и чистой работы вам необходимо выработать такие качества, как начинаем двигаться параллельными проборами до середины теменной зоны, создавая плоскость. Для поднятия волос используем частые зубы расчески и следим за постановкой пальцев. Если они скрещены, это также связано с избыточным напряжением. Соединяем топ и височно-боковую зону с помощью ножниц Mizutani Fit Puffin 17 зубцов. Во время работы вы можете менять хваты плоской расчески, работая ей вертикально, горизонтально или диагонально. Главное, для начала почистим длину насадка 4,5 мм, применяя вогнутый угол среза для того, чтобы более плавно соединиться с формой. От этой толщины среза мы должны уйти в ноль. Разбиваем голову на микропериметры, прорабатываем зону заушной дуги. Двигаясь по часовой стрелке, что способствует созданию дополнительного объема и естественной текстуры. На этом наш урок окончен. С вами был Александр Черепович. До скорых встреч!